Давайте познакомимся. Меня зовут Юрий, я руководитель группы подбора компании Simbirsoft. Сегодня я вам расскажу, как мы выстроили работу с удаленными сотрудниками в нашей компании. Начнем немножко о себе. Я в HR, в области HR более 5 лет. Начинал, это вся моя карьера здесь описана именно в компании Simbirsoft. Начинал работу администратором учебного центра. Потом был HR-менеджером, занимался мотивацией сотрудников, организацией корпоративных мероприятий. Потом мои обязанности уходили в сторону рекрутинга. И на данный момент являюсь руководителем группы подбора и адаптации. Плюс с октября 2018 года у меня есть личный проект в рамках компании. Я курирую всех удаленных сотрудников в нашей компании. Компания уже работает с 2001 года. Ну, классическая такая сервисная компания. Что это значит сервисная разработка? Аутсорс компания. То есть к нам приходят различные заказчики со всего мира, мы реализуем их идеи в жизнь. Головной офис у нас находится в Ульяновске. Помимо Ульяновска есть офисы разработки в Самаре, в Казани, в Саранске, в Димитровграде, офис продаж в Москве и в США в Бостоне. Исторически так сложилось, то, что большая часть наших сотрудников всегда находилась именно в филиале, именно ходили в офис. Так получилось, что с 2001 года по 2015 год мы нанимали исключительно в штат. То есть люди должны были приходить в офис на работу, отрабатывать себе там часов из офиса и потом ходить домой. Вот. Случались даже такие кейсы, когда, например, к нам приходил соискатель, он говорил, ну, слушайте, ребят, я максимально могу вам приходить в офис на работу один раз в неделю, все остальное время хотелось бы работать мне из дома. И таких людей, к сожалению, мы в тот период не рассматривали. Наш самый большой риск был, это риск контролинга. У нас была сразу паника, как контролировать такого человека, которого мы видим, не видим, в офисе непонятно, чем он занимается, непонятно, как их контролировать, что с ним будет делать аккаунт-менеджер, тимлид. И, естественно, таких людей в тот период еще не рассматривали. Однако в 2015 году у нас была сложная вакансия в плане того, что мы не могли долго закрыть одного специалиста. Это был Vitrix-разработчик. Его сложность была в том, что были в Ульяновске PHP-разработчики, были люди, которые хотели заниматься разработкой на фреймворках, однако никто не хотел прям так детально связывать свою жизнь с Битриксом. Если кто занимался поиском Битрикс-разработчиков, может вот эту боль нашу понять. Однако была очень большая потребность на проекте, и тогда мы решили посмотреть на удаленке, какие есть варианты. И тогда на удаленке мы буквально за 2-3 дня закрыли Битрикс-разработчика специалистом из Московской области. Это было очень быстро, мы его наняли. Специалист до сих пор у нас работает в нашей компании. Мы его наняли и забыли о нем. И также продолжили нанимать исключительно ребят только в офис. А в 2017 году компания стала развиваться, стали появляться филиалы в других городах. У нас появился наш первый филиал за нашей областью, за границей нашей области. Это было в Саранске в 2017 году. И буквально за год мы там выросли от 5 человек до 100. И мы обратили внимание, слушайте, ребята, у нас есть филиалы, мы их не видим вживую. У нас есть специалист из Подмосковья, который у нас хорошо работает, к нему нет претензий. И в октябре 2018 года мы начали нанимать в компании. Появилась отдельная каста, как удаленные сотрудники. Сразу скажу, что до октября 2018 года у нас периодически уже появлялись люди, которые работают на удаленке. Однако это было все хаотично. Был определенный, так мягко сказать, бардак именно в найме. Потому что каждый руководитель нанимал кто во что гораздо, у каждого были свои личные цели. А именно с 18 октября у нас появился регламент, процессы, про что сейчас более подробно вам как раз и расскажу. Сразу скажу, что мы не анализировали ситуацию. Ребят, давайте-ка мы 2 месяца поанализируем, посмотрим, какие там компании работают на удаленке, какие нет. У нас просто была гипотеза, была задача, и мы ее решали всеми возможными способами. Вообще эта идеология очень похожа, близка всему HR-направлению, всем ее 4 блокам. То есть если у нас есть какие-то гипотезы, мы не собираем долгую статистику, мы просто берем и делаем. Вот. Лучше мы сами нарвемся на какие-то грабли, но это будут наши грабли, и мы точно знаем, что да, вот этот способ работает, а этот способ не работает. И это нам дает результаты. Тоже попробуйте эту схему в своей работе. Вот. Начали мы, естественно, все с найма. На входе у нас появился портрет кандидата. Про портрет кандидата тоже отдельно с вами попозже проговорю. У нас появились стандарты работы. У нас стали прописаны регламенты.
Стандарт работы по коммерческой занятости. Если есть ребята, которые работают также в аутсорс-компании, скорее всего, им такое понятие, как коммерческая занятость, знакомо. И вот мы для себя выделили, что мы можем нанимать удаленных сотрудников только в те технологические направления, чья коммерческая занятость выше 80%. То есть 80% сотрудников данного руководителя заняты на коммерческом проекте, и он может также смотреть людей на удаленку и брать их к себе в штат. И у нас появились регламенты перевода с офиса на удаленку и обратно, потому что раньше таких вариантов не было. Это наша текущая статистика по городам. Наши удаленщики, их география достаточно широка. Это от Калининграда на Тюмени. Текущая прям правдивая статистика. На данный момент это 82 человека. То есть с октября 2018 года по текущий день у нас уже стало 82 человека. И это 11% от численности компании. Если вы здесь посмотрите по городам, можете обратить внимание, что здесь превалирует Краснодар. Могу вам сразу сказать, то, что у нас не было определенной задачи. Ребят, давайте ищите только в Краснодаре или давайте ищите вот в конкретном городе. Такой задачи не было. Перед рекрутерами стоит такая задача, стоит есть месячный план. Например, в плане может быть 8 Java middle разработчиков. Минимальные требования – это опыт работы с 8-й версией Java, Spring, уровень английского минимум intermediate. Все. Где рекрутер закроет эту вакансию, будучи это в рамках филиальных городов, в рамках удаленки, это не принципиально. И так получилось, то, что большая часть людей у нас стала появляться в Краснодаре. Начально всем нашим также удаленщикам мы говорим, если в вашем городе будет набираться критическая масса людей, мы ориентируем всех людей на 15-20 человек, то в данном городе мы будем рассматривать варианты открытия офиса. Так у нас и должно было случиться весной этого года с Краснодаром. У нас уже туда поехал человек, который должен открывать филиал. Мы уже нашли помещение. Однако вся эта история с пандемией немножко планы сдвигает. То есть в Краснодаре у нас должен был уже появиться филиал. И то же самое можно действовать и с другими городами. То есть это идеальная статистика того, в каких дальних городах вы можете открыть филиалы. То есть мы там не проводили никакие пиар-акции, не проводили ни работу ни со стажерами, не проводили каких-то движухах айтишных, не участвовали. То есть просто нанимали в новом рынке для себя. И мы прекрасно понимаем, если мы придем со всей той движухой, которую мы делаем в рамках Таранска и Самары, вот конкретный город, то количество людей там еще больше увеличится. Вот. Это вот такая классная статистика. Здесь есть также очень Санкт-Петербург, 4 человека. Однако в рамках Санкт-Петербурга мы не наняли ни одного сотрудника. Все эти люди, которые переехали когда-то из Ульяновска, конкретно в Питер. Если мы вернулись бы в 2015 год, мы просто бы с этими людьми расстались, и они бы ушли из компании. Сейчас у нас появились регламенты перехода сотрудников с офисной работы на удаленку, поэтому любой сотрудник компании может поговорить с руководителем, написать сообщение мне там в скайпе, мы с ним все это обговариваем, как это провести кадрово, и он может переехать в любой город России. Почему России, тоже дополнительно расскажу чуть-чуть попозже. И здесь есть, пишем мы соло, мы таких людей называем людей, которые не задержатся в одном российском городе надолго. Например, они могут месяц пожить в Питере, могут пожить месяц в Казани, могут пожить месяц в Краснодаре. То есть это люди, которые никак, их путешествие по России никак не отображается по работе. Вот. Они переезжают из различных городов. Вот у нас есть 3 человека, которые вот очень активно путешествуют по просторам страны. Вот. Скорее, я надеюсь, что они сейчас все сидят дома, сохраняют самоизоляцию и не подвергают себе опасности, но в целом такие люди у нас они есть. Когда появились первые удаленные сотрудники, первые, кто начали бить в грудь, это были тимлиды. Вот. И тогда руководитель, у нас есть отдельная каста тимлидов внутри компании, руководитель попросил выступить перед тимлидами, как с ними работать. Это прям тот слайд, который я тогда выступал перед тимлидами, какие им рекомендации давал. То есть обязательно рассказывайте правила игры, которые есть на проекте. Это максимальный онлайн во всех мессенджерах, в которых вы работаете. А в наших регламентах мы считаем то, что в рабочие часы каждый удаленный сотрудник должен в течение часа обязательно отвечать.
все, что он не отвечает больше, возникает вопрос о том, работает он или нет. Если возникают какие-то трудности, вы сразу чувствуете, что у вас появился сотрудник, который работает на удаленке, сразу есть какие-то проблемы, нужно оперативнее сразу сигнализировать. Не то, что не как ранее сотрудник, который работает в офисе. Обязательно мы рекомендуем также использовать видеосозвоны, обязательно использовать вебки. Даже были такие случаи, когда у человека не было вебка, у него там был плохой интернет, его прям выкидывали с митинга для того, чтобы он шел и настраивал свою вебку, и чтобы у него был хороший интернет. Вот. Прям такой обязательный символ для того, чтобы не общаться исключительно только с аватаркой, а общаться с конкретным человеком. Это немножко социализирует. И формировать свои традиции на проекте. Одна из традиций на проекте, которая может быть, это, например, после удачных релизов кушать пиццу. Да, если вы кушаете всей командой пиццу, будьте добры и удаленщику тоже в его город заказать пиццу. Сейчас в каждом городе есть сервис доставки, и если пятница, сегодня пятница вечер, и вся команда эту пиццу ест, то удаленный сотрудник тоже должен в этом участвовать. Вот. Плюс одна из каких традиций может быть, есть у нас очень крупный проект для банковского сектора, для нашего заказчика, и у этих ребят на проекте есть отдельный чат по достижениям их проекта. Например, и у их проект написала одна из федеральных средств массовой информации в компании, туда пишется информация, увеличилось число пользователей. Вот все, что связано именно не с технической составляющей, а именно с внешней такой активностью проекта. Этот проект реально очень большой, только с нашей стороны там работает порядка 40 человек. Вот. И у них вот есть отдельный чат, где они обмениваются новостями, связанными с их проектом во внешнем мире. Я рассказывал то, что у нас появился портрет удаленного сотрудника. Да, это минимум уровень middle по нашим внутренним грейдам. Мы не рассматриваем джунов на удаленку. Вот я сказал, 82 человека, это все специалисты уровня middle и выше. У нас нет ни одного джуна. Мы изначально брали джунов на удаленку, однако эти кейсы были неудачны. Оказалось, что учить джуна на удаленке – это достаточно дорогое удовольствие в плане времени, в плане трудозатрат. И мы прощались со всеми этими людьми. У нас был только один удачный кейс за всю эту историю, и мы для себя приняли то, что если сотрудник технически не middle, по нашим внутренним грейдам, то мы его даже не рассматриваем на удаленку. Мы даже так и отвечаем кандидатам. К сожалению, по нашим внутренним регламентам у нас не можно смотреть удаленку, однако вот есть там недалеко от вас Самара, если вы готовы релоцироваться в Самару, то мы вас сразу все рассмотрим в штат. У нас есть классная программа обучения, у нас все это выстроено, можете прийти к нам в штат работать. И как ваш грейд станет уровнем middle, вот можете перейти на удаленку. Все наши удаленщики оформлены по ТК, то есть нет ни одного фрилансера. У них есть все социальные гарантии, которые есть у сотрудников, которые работают в офисе. Так как география очень обширная, мы сразу говорим, то, что все вы работаете по Ульяновск-часовому поясу, и все эти ребята правила принимают. Часовой пояс Ульяновска – это UTC плюс 4. Каждый удаленный сотрудник обеспечивает полностью сам себя компьютером, интернетом, светом. То есть все технологическое, все это сопровождение он берет полностью себя. У нас даже выступали ребята внутри компании по поводу удаленки, как себя все обеспечить. У них там вся семья удаленщиков, муж, жена. И у них дома есть запасной канал интернета на все эти случаи. Вот. Рекомендация тоже можно сделать, если вы полностью перешли работать из дома. Любой сотрудник может работать в любой точке России. То есть у нас нет четкой привязки, будучи Крым, Краснодар, Сибирь, как вам удобно. Если вы все соблюдаете остальные требования, можете работать, где вам удобно. Я в самом начале рассказывал про коммерческую занятость, то, что она должна быть минимум 80% в том направлении, куда мы нанимаем сотрудника. И вот наш удаленный сотрудник по нашим регламентам минимум должен попасть на коммерческий проект минимум через месяц. Он должен уже работать. И за этим я лично также слежу. И есть одно «но», такое одно правило с приставкой «не». Вот. Наш удаленный сотрудник не может быть тимлидом. Это исключительно требование нашего технического директора. Вот. Я надеюсь, что это в будущем все-таки поменяется. Мы с ним периодически дискуссируем на эту тему. Вот. И из 82 человек ни один из них не может быть тимлидом. У нас даже был такой возник кейс, когда наш сотрудник работал в Краснодаре, он очень сильно хотел быть тимлидом, мы с ним связывались, проводили с ним мотивационные беседы. И он мне говорил: Юра, я хочу быть тимлидом. У меня был такой опыт. Мы говорили,
пока нет, удаленщик мы не рассматриваем. И парень кардинально решил проблему, он просто взял и переехал в Самару. Вот. После того, как переехал в Самару, лично туда с ним технический директор пообщался. И он, да, стал работать тем лидом, все хорошо. До сих пор это правило при компании действует, и мы также это рассказываем тех нашим удаленным сотрудникам, которые нанимаем. Естественно, все не так радужно. Есть и различные негативные кейсы, про которые хотелось бы сейчас вам тоже рассказать, и если вы будете в будущем работать так в удаленке, чтобы вы с ними не наткнулись. Естественно, кто идут работать на удаленку? Это бывшие фрилансеры. Вот. А как у фрилансеров строится формирование заработной платы? Есть проект, есть деньги. Нет проекта, нет деньги. Однако в рамках нашей компании, если у сотрудника нет проекта, все риски по коммерческой занятости мы берем на себя. У человека закончился проект, и он мне говорит: все, я не получу зарплату. На что я ему говорил: Евгений, не переживай, ты сейчас занимайся внутренним проектом, занимайся самообразованием, а зарплату все равно получишь. Как оказалось, он в итоге 2 недели не заполнял наши отчеты по времени. Я с ним начал связываться, он совершенно пропал. У него были риски, опасения, для него не хотелось информации, что он все равно получит заработную плату, даже если не будет коммерческого проекта. И он уже взял и трудоустроился даже уже в компанию за эти 2 недели, и нам с этим сотрудником тоже пришлось расстаться. В самом начале я также рассказывал то, что мы берем сотрудников минимум уровня middle. Вот. А бывает такое, то, что мы на собеседе неправильно оценили. Наверное, скажем, такие кейсы возникали, оказался по факту уровень джун. Вот. И теперь, когда люди уходят на собеседование именно с удаленным сотрудником, у них более детальные вопросы для того, чтобы ошибиться именно в оценке будущего сотрудника были минимальны. Вот. И третий кейс – это когда удаленка просто не подходит по типу личности. Был у нас сотрудник из Краснодара, это был Node.js-специалист. С нашей стороны к нему не было никаких претензий, он все хорошо, сразу попал на проект, он middle, у него все классно по софт-скиллам. Проходит 2 месяца, он назначает мне созвон и говорит: нам нужно переговорить. Все HR боятся, наверное, эту фразу, когда сотрудник пишет: добрый день, Юрий, будь сегодня 10 минут пообщаться, такой сразу напрягаешься. Вот. И этот кейс был из такого же. Он мне говорит: я хотел бы уволиться. И я смотрю на него и просто не узнаю Дмитрия. Он сидит, в комнате у него выключен свет, он на себя надел капюшон, полностью оброс бородой и очень грустный. Он говорит: мне не хватает личного живого общения. Он до этого ранее всегда работал именно в офисе, и так получилось, что перед трудоустройством к нам его компания сократила всех сотрудников. Вот, мне не хватает живого общения. Мне не хватает, чтобы я вышел просто в релакс-рум, попил кофе, обсудил какие-то новости, связанные с нодой. Мне это очень сильно не хватает. Я чувствую, что я прирос к дивану и что даже не выхожу на улицу. И, если честно, по нему это было заметно. Как мы старались решить этот кейс? Мы обговорили с ним все ситуации, выяснили то, что его основная команда вся находится в Саранске, и мы договорились о том, то, что он приедет на месяц в командировку в Саранск, естественно, все за счет компании, пообщается с командой, будет приходить в офис работать, он как месяц поживет в Саранске, неделю поживет в Ульяновске, и потом вновь вернется в Краснодар. На что он взял 2 дня подумать, но прошло 2 дня, и он сказал: да, ребят, я, конечно, могу сейчас 1,5 месяца поработать в офисе, в ближайшее время в Краснодаре ничего не планируется открывать, и, скорее всего, я опять начну хандрить. Вот, и в итоге мы с ним расстались. Сейчас мы планируем открыть офис в Краснодаре, и как мы это сделаем, это будет первый человек, которому я позвоню. Он у нас находится в резерве, и скажу: Дмитрий, добрый день, у нас открылся офис в Краснодаре, welcome. Вот, надеюсь, он вернется в нашу компанию. Вот. Рассказывал про кадровые вопросы. Почему мы рассматриваем сотрудников только в рамках территории Российской Федерации? Когда общаешься с сотрудниками, они говорят: вот, я работал в своей компании, я мог спокойно на зиму улетать в Таиланд без проблем. Почему в вашей компании это нельзя? Почему мы в данном вопросе полностью оперируемся на ТК РФ? Есть 312-я статья Трудового кодекса Российской Федерации, которая гласит, что работодатель обязан обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных работников.
А все эти правила действуют только на территории Российской Федерации. То есть 312-я статья не действует ни в Таиланде, ни в Кипре, она действует только на территории Российской Федерации. То есть если сотрудникам что-то случится, и ему нужно будет оказывать какую-то помощь, то Трудовой кодекс там не действует. Поэтому мы рассматриваем здесь только на территории Российской Федерации. Плюс в нашей компании нет ни одного сотрудника, который трудоустроен по ИП. У нас очень серьезные заказчики, которые из банковского сектора, у них очень высокие требования к аутсорс-компаниям, и мы их все соблюдаем. Для дистанционной работы мы используем электронную цифровую подпись. Наше государство тоже шагнуло вперед. Вот, и для общения с дистанционными сотрудниками ему даже не нужно приезжать в штат в Ульяновск. Он получает электронную цифровую подпись, мы, с своей стороны, ее тоже получаем, и весь документооборот мы ведем с помощью нее. Вот. И для того, чтобы трудоустроиться, он просто нам отправляет трудовую книжку, потому что трудовая книжка должна храниться у работодателя. Вот. И весь документооборот ведет с помощью ЭЦП. Я рассказывал про взаимосвязь HR и удаленного сотрудника и бизнеса, то, что там должна соблюдаться определенная коммерческая занятость. Был также такой кейс, когда мы договорились с аккаунтом о том, то, что есть определенный сотрудник, он пойдет на проект 17 декабря 2018 года. Мы начинаем готовить его конкретному проекту, наставник начинает его готовить к конкретному проекту. Подходит та дата, вот, и на что аккаунт говорит: извините, к сожалению, сейчас возникли определенные трудности на проекте, и мы данного сотрудника не можем рассмотреть. И ты вновь начинаешь рассматривать данного сотрудника на проект, потому что есть регламент, то, что удаленный сотрудник в течение месяца должен попасть на коммерческий проект и уже приносить пользу. Какие инструменты мы используем для работы? Это стандартно для данных сотрудников. Это Jira, это Skype, это корпоративная почта. Плюс, если для их разработки используется Slack, Telegram, они также это используют. Еще одно правило со знаком «не» – мы не ставим никакие инструменты для слежения сотрудников. Очень многие этому удивляются и радуются. Особенно те фрилансеры, которые работали на Upwork, где каждые там 5 минут скриншотится ваш экран, мы этого не делаем. Одна из ценностей нашей компании – это доверие, и поэтому мы транслируем также и для удаленных сотрудников. Вот. Естественно, мы их приобщаем к корпоративной жизни. Мы отправляем подарки детям на Новый год, поздравляем с днем рождения, отправляем корпоративные мерч при прохождении испытательного срока и лучше привозим на корпоративы. Так вот, например, на зимний корпоратив мы привезли ребят из Краснодара, из Пензы, из Татарстана, не из Казани, Бугульма, по-моему, забыл город. Вот. То, что лучше, который также и привозим в офис. Это было классно, когда ребята прошли по офису, пообщались с коллегами, которыми работают ежедневно на проекте. Случилась ситуация, связанная с пандемией. Вот. И из-за того, что мы работали с удаленными сотрудниками, вот, у нас уже были процессы, были регламенты, было настроено окружение, инструменты. И для перехода полностью компании из 750 человек нам понадобилось в пятницу вечером генеральный директор объявить. Вот. Кому ребятам нужно было забрать компьютеры, технику, они забрали. И в понедельник уже вся компания была готова к работе на удаленке. Вот. Я много читал в Фейсбуке, когда ребята писали, что у кого-то падала локалка и прочее. Наши админы были к этому ко всему готовы, потому что мы уже 2 года работаем с удаленщиками. И мы для себя не почувствовали никаких трудностей. Все правила, которые были для удаленных сотрудников, мы масштабировали теперь на всю компанию, добавили пару пунктов, связанных с контролингом, потому что у нас появились сотрудники, которые ранее до этого никогда не работали. На удаленке они всю жизнь работали в офисе, и таких людей мы мониторим. Вот. Это даже как мы мониторим этих людей, можно даже сделать отдельный доклад. Вот отдельная тема, очень интересный процесс мы организовали ради этого. Ну и разнообразили корпоративную жизнь онлайн-мероприятиями. Вот. Сделали онлайн-бар для пятницу вечером, зеленую комнату с HR-ами, ну и различные квизы. Мафию, турнир по контре. Вот. Та литература, которую я бы рекомендовал, если вы захотите создавать удаленную команду в рамках компании, это книга «Ремот», офис не обязателен. Если вы хотите прийти после моего доклада к своему руководителю и сказать: слушайте, Василий Петрович, хочу, классный доклад послушал на HRP, хочу, чтобы вы с удаленной командой, перед тем, как это сделать, прочитайте вот эту книгу. И вторая книга, это Михаил Литвак, «Рекрутинг – это не это драйв».
Это моя настольная книга, еще когда-то давно. Наш действующий HR-директор мне ее порекомендовала. И когда мне становится скучно, либо я хочу просто освежить какую-то информацию, я ее периодически перечитываю. Вот. Я, в принципе, все. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, сразу все готов на все ответить. Мне надо разметиться. Спасибо большое. Так, вопросы есть, Юрий, сейчас буду их читать. Екатерина Фирсова пишет: Юрий, спасибо за доклад. Обычно удаленщики не хотят переходить в офис. Перед тем, как открывать офис в Краснодаре, спрашивали ли вы мнение своих удаленщиков, какой процент хотел работать в офисе, а какой остался, ну или хотел остаться на удаленке? Да, все верно. Мы то же самое провели. У нас на тот момент было 14 человек. Из 14 человек 12 сказали, мы согласны выйти в офис, и к тому моменту главное, в каком районе будет открыт новый офис, в каком районе города. И так получилось то, что 7 наших текущих сотрудников из Краснодара выбрали определенный район, я сейчас не помню какой, не разбираюсь там в градостроении Краснодара, и мы выбрали этот район. Он комфортный для большей половины наших текущих сотрудников и планируем там это развивать. Да, мы делали опрос. И для тех сотрудников мы сразу сказали, если вы не захотите выходить в офис, вы можете не выходить, вы можете также и остаться работать в удаленке. Это не будет основным критерием для того, чтобы с вами расстаться. Все понял. Так, идем дальше. А есть ли ДМС для удаленщиков? Ну, На ДМС в данный момент компании нет. или для... На Не, не данный для... момент нет. Не для удаленщиков, не для офисных или... На данный момент этот процесс, на самом деле, у нас должен был внедриться вот прям 1 апреля. У нас должна была внедриться ДМС, должна быть компенсация затрат там, покупки техники. Это уже была подготовленная программа нашей HR-службы. Но из-за вот, пандемии все тут отложился Краснодар, отложился ДМС и плюшки дополнительные. Еще раз уточню, что ни для тех, ни для других нету, а внедрять На данный планируют. момент нет. Да, планировалось внедрять 1 апреля, уже должно, мы И для разработали тех, уже и для полностью других. программу. Да. Я Мы вот. юридически подготовили доп. Соглашение, подготовили, там, консультировались с юристами из Москвы, как эту технику делать так, чтобы все законно, просто нас полностью, там, вся компания белая. Все это юридически подготовили, 1 апреля должна программа была запускаться, однако на данный момент отсрочили. Так, идем дальше. Юрий, Ксения Акунцова спрашивает. Юрий, два вопроса. Почему у вас вето на тимлидство для удаленщиков? Давай первый. И второй, откуда... Ну, давай первый вопрос пока, а потом Да, второй. давайте. Это вето идет от технического директора компании. Я с этим исключительно еще расскажу, что не согласен. Вот, мы работаем с ним, ведем беседы. Вот, я надеюсь, что рано или поздно мы это переломим. Вот, это идет от технического директора, что именно Team Lead, он решает большое количество вопросов с аккаунтом. И он должен находиться в офисе с большей частью команды. То есть мы формируем команды так, что Team Lead находится в том филиале, где находится большая часть команды. Вот. И поэтому он должен находиться в офисе. Понятно. Идем дальше. Второй вопрос от Ксении. Откуда вывод, что удаленщики это бывшие фрилансеры или фрилансеры в душе? Это не то, что вывод, что все 100% удаленщики это бывшие фрилансеры. Это одно из больших процентных составляющих тех людей, которых мы нанимаем. Вот. Это, Я наверное, понял. процентов, ну, 30, наверное, вот так. И Окей. спасибо за вопросы. Ирина, Еще. наверное, Ирина Хлемевская. Прошу прощения, если я ошибся, потому что читать транскрипцию я не очень хорошо умею. Так, Юрий, какие вы мероприятия проводите по повышению уровня вовлеченности удаленщиков? Ты там что-то уже перечислял, и какие-то зарядки, какие-то пиццы, какие-то еще что-то. Ну, может быть, давай всем скопом еще раз перечислим, что вы делаете для повышения уровня вовлеченности сотрудников. Да, ну, для когда сотрудник приходит, у него также есть стандарт на период адаптации. Это welcome тренинг, это беседы, которые мы проводим на первый день, на 21 день. Потом у нас есть в рамках нашей компании обязательно мотивационные беседы, которые проводятся
В каждые 3 месяца ты должен проводить либо руководитель направления, либо HR-менеджер. Мы составляем также индивидуальные планы развития для удаленщиков, а это, как правило, технические какие-то составляющие, то есть как ему можно было дальше расти. Если у нас удаленщики не могут быть лидами, то они очень активно принимают участие в собеседовании новых сотрудников, по оценке проектов, подготовке документации. То есть всю остальную деятельность они, в принципе, осуществляют. И есть ребята, которые активны, они очень теперь, есть ребята, которые активны, они вовлечены в процесс бизнеса компании. А по поводу вовлеченности игрушек различные. Есть, да, зарядка, которую мы также масштабировали сейчас в онлайн. Есть различные мероприятия, которые мы проводим в нашей соцсети, в плане там на День влюбленных, там различные. Потом есть мероприятия там также в социальной соцсети, когда нужно было ответить на пару вопросов, и там система тебе показывала, какие люди думают отвечать так же. Вот. Это также турниры по контре мы проводили на День программиста, где могли участвовать все. И турнир по контре будет вот прям в ближайшее время. То есть мероприятий, в принципе, полно. Всегда мы думаем о том, когда каждое мероприятие проводим, а как же удаленщики в этом мероприятии будут участвовать. Плюс также весь мерч, который у нас есть, там различные праздники, тоже им отправляем. Так, спасибо. Про контру я еще, кстати, расскажу про наш взгляд. Так, еще. Можете, Екатерина Менщикова спрашивает, а можете про зеленые комнаты с HR рассказать подробнее? Да, это я расскажу, что это делают мои коллеги. Это делают коллеги по группе мотивации и удержания сотрудников. Каждый день в 3 часа у нас есть зеленые комнаты, где сотрудник может присоединиться к каждому HR, попить чаек и высказать какую-то свою наболевшую боль. Вот. Эта идея появилась в связи то, что многие перешли на удаленку. И, кстати, есть плоды. Изначально я думал, что, ну, лично мое мнение было, что это будет провальная идея. Однако уже есть плоды, и люди заходят там в Zoom, общаются в отдельной комнате, кто-то вместе, кто-то индивидуально с HR. Они просто беседуют, кто-то рассказывает свою боль на проекте. Естественно, все это потом решается. Вот. И Ага. есть у нас зеленые комнаты, есть у нас еще один случайный рандомайзер, мы его так называем. Это когда публикуется такой небольшой пост, то, что сегодня должны созвониться 2 человека и просто поговорить там о погоде и еще чем-то. И выкатывается их список в социальных соцсетей. Там по 5 человек запустили это тот же чары. Вот. И многие писали, зачем вы это делаете, мы же интроверты, мы не любим живого общения. Однако люди берут и созваниваются с неизвестным человеком буквально 5 минут, потом пишут комментарий. Было прикольно узнать, какая там погода в Йошкар-Оле. Вот. И еще моменты. Ну, я думаю, у тебя еще будут вопросы по зеленой комнате у нас в чатике. Да, Спрашивайте. я могу с радостью в ЛС ответить, так спешите по зеленой комнате. Тоже Так. могу сказать. Тут еще пару вопросов у нас есть. Ирина Голубятникова спрашивает. Здравствуйте, Юрий. Подскажите, как вы диагностируете уровень выгорания для удаленщиков? Делаете ли вы такое? Ну, делаете ли вы такое? Как делаете? Уровень Мы выгорания. именно уровень выгорания мы не делаем, а у нас стратегия именно этими мотивационными беседами выявить различные кейсы. Плюс у нас есть оценка 360, это когда оценивает тимлид, команда, аккаунт, и если есть какие-то проблемы работы на проекте, там сотрудник стал хуже работать, все это фиксируется, аккаунты это делают и ежемесячно в нашей внутренней разработке все это фиксируется, там есть формула подсчета, смотрятся люди, которых самый худший разговор, и РН вместе с HR уже смотрят, что с ним можно делать дальше. То есть, ну, по сути, это и есть какой-то анализ выгорания тоже. Так, спасибо. И я вижу еще один вопрос, возможно, он будет последний. Ксения спрашивает, встречаетесь ли вы вместе очно вот, со всеми вашими удаленными сотрудниками? Ну, я от себя добавлю, если встречаетесь, как часто, есть ли какой-то план вообще, может быть, был план в будущем встретиться? Все вместе, сразу скажу, мы не встречались вживую. У нас есть отдельный общий чат среди удаленщиков, и у нас там есть такое правило, каждый новый удаленщик, когда приходит в чат, он кратко немножко рассказывает о себе и рассказывает о какой-то интересный факт о своем городе.
Вот. У нас был парень с Нальчика, он так классно написал Нальчик, что, наверное, процентов 50 всех, кто был в этом чате, захотели съездить в Нальчик. Вот. Но все вместе мы не встречаемся, есть только в чате, общих созвонов у нас нет, мы там обмениваемся информацией, связанной с удаленкой, там ребята какие-то свои лайфхаки рассказывают, если там VPN что-то упало, обмениваются информацией. Но общего прям живого общения ни разу не было, но в плане пока тоже не было вот в моем. Так, ну, на этом у нас вопросы закончились. Юрий, спасибо тебе большое, наши аплодисменты.